Севморзавод передан в федеральную собственность. Он будет находиться в ведении Минпромторга России. Распоряжение об этом размещено на официальном сайте правительства страны. Решение мотивировано ускорением интеграции предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс, что обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей. Работа по передаче Севморзавода в федеральную собственность велась порядка 2 лет. Предприятие было основано в 18 веке и называлось Лазаревским адмиралтейством. В советское время было в числе мировых лидеров по строительству плавкранов. До своей национализации в 2015-м принадлежал Петру Порошенко. После был подписан договор аренды с филиалом центра судоремонта «Звездочка» сроком на 49 лет. В конце прошлого года Севморзавод заложил первый за 12 лет плавкран грузоподъемностью 400 тонн.